Олег Георгиевич, вы впервые присутствуете на встрече ветеранов «Спартака». Как вам такая традиция? Ну, это прекрасная традиция, и, конечно, я хочу поздравить всех ветеранов. Хочу пожелать крепкого здоровья. И самое главное, чтобы ветераны всегда ощущали нашу поддержку. Это очень важно для сплочения всех, не только, я имею в виду, ветеранов, а всех нас, кто работает в футбольном клубе «Спартак». Что бы вы привнесли в нынешний «Спартак» от его предшественников? Конечно, побед в первую очередь. И хорошего, добротного футбола. С Новым годом! С Новым годом!